Ну да, я надеюсь, уже к 8 заканчивать. Да давайте, ребята, текайте нахер. Вот это мусора приехали. Давай. Жми. Они в переулке, за ними. Метро. Метро. Ага. Так. Давай. Метро. Ага. Итан, что случилось? Надо скорее идти. Итан, они близко. Чё, куда? Давай. А чё тут показано было? Да. Чёрт подери, ты вообще смотришь, куда прёшь? Держи его! Давай. Двигай. Там, давай. Копы рядом. Куда? А. Давай. Давай. Кстати, жму. Давай, падла. Успел, что ли, небо? Давай, пошли. Да, шанс. Придурки. Приз получен, беглец. Меньше часа назад полиция заявила, что установлена личность так называемого мастера оригами. Итан Марс, отец похищенного Шона Марса, ушел от ареста. Он вооружен и очень опасен. Полиция идет по его следу. И мы надеемся вскоре сообщить вам подробные приметы этого преступника. Преступник. Я принесла еды. Не знала, что ты любишь, купила всего понемножку. Надеюсь, пойдет. Зачем ты помогаешь мне, Мэдисон? Ты ничего обо мне не знаешь. И рискуешь жизнью. Не знаю, просто мне показалось, что я обязана это сделать.
Как смогла, помогла. Тебя показывают по всем каналам, Итан. За тобой охотится вся полиция. Говорят, ты и есть мастер оригами. Это правда? Ты убийца, Итан. Признаться. У меня бывают провалы в памяти. Когда я не помню, где был и что делал. Как будто был другим человеком. После таких провалов я помню только трупы, лежащие в воде. Что произошло, Итан? Зачем ты пошел в тот дом? Быть может, мое альтер-эго испытывает меня, мою любовь к Шону. Оно хочет знать, на что я готов, чтобы спасти сына. То есть, в моем подсознании скрыт ответ, где спрятан Шон. Но единственный способ вспомнить — пройти эти испытания. Почему ты не расскажешь полиции? И что я им скажу? Что я шизофреник, который топит детей и который похитил собственного сына? Меня упекут в тюрьму, и тогда мне не спасти Шона. У меня нет выбора. Мой сын может погибнуть. Когда найду Шона, я сам сдамся властям, но не раньше. Так не может продолжаться. Ты же убиваешь себе, Итан. Жизнь Шона самая важная для меня сейчас. Должен быть другой выход. Ты не понимаешь, у меня нет времени. Шону осталось несколько часов. Нет другого выхода. Прошу, Мэдисон, уходи. Забудь все, что ты видела. Ты ничем не можешь мне помочь. Если хочешь помочь мне, уходи. Опять уходи. Дай мне разобраться самому. Коробка. Надо развернуть еще одну фигурку оригами. Ну да. У меня мало времени. Надо найти сына, пока еще не поздно. Я найду тебя, Шон. Клянусь, я найду тебя. Нихрена, убейте его, нихера себе. Пошли там вообще. Ебать. Нихера себе. Mm-hmm.
почти. Ваша водка, сэр. Не, не хочу. До скольки будешь? Спасибо. Ну. До 11? Пока вот. Вы уж извините. Ну, 10. Что-то вид у вас грустный. Трудности с расследованием? Блейк считает Итана Марса убийцей. А вы? Мне казалось, против него есть улики. Да, верно. Но это нелогично. Не совпадает ни психологический портрет, ни область действия убийцы. Любящий отец, утопивший восьмерых и укравший собственного сына. Марс не мастер оригами. Ручаюсь жизнью. Тогда кто? Не имею ни малейшего понятия. Пересмотрите все имеющиеся зацепки. Да, именно этим я и займусь. И последнее, сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте, сами знаете чем. Это опасно. Очень опасно. Пытаюсь держать себя в руках, но это трудно. И все труднее и труднее. Вы загоните себя в могилу. Это будет очень печально, сэр. То, что я тогда выбрал. Блин, я хотел другой выбрать заставку, чтобы мне это было. Так-так, это что-то новое. Запись камеры рядом с парком, сделанная в день, когда пропал Шон Марс. Вряд ли там есть что-то ценное, но как знать? Ага. Ага. Ладно. В 16.02 в сторону парка проехала «Шевроле» соответствующей модели. А в 16.37 она проехала обратно. Соответствует времени похищения. Может, это машина убийцы? Ой, блин, не то надо на нижний нажать. А, нет данных. Ага. Жаль, что не видно лица водителя. Так. Сначала вот. Ага. Машина украдена. Посмотрим. В угоне подозревали некого Джексона Невилля, но обвинения сняли. Не хватило улик. Угу. Опять нет данных. Thank you.
Джексон Невиль, по кличке Джек Бугай. Несколько раз привлекался за торговлю угнанными машинами. Считается опасным рецидивистом. Он мог продать машину убийце. Не лучшая зацепка, но другой пока нет. Ну да. Давай пока нет. Опять начинается. И последнее, сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте, сами знаете чем. Это опасно. Очень опасно. Черт! Начинается. Триптокаин. Он на столике у кровати. Надо просто принять, и все пройдет. Надо сопротивляться, иначе это убьет меня. Я смогу. Надо сохранять хладнокровие и занять себя чем-нибудь, пока не отпустит. Наркоман, что ли? Давай. Опять это хай-хай. Приз получен. Детоксикация. Четверг, 11:10:85. Количество осадков. Манфред? Манфред? Ты дома? Было глупо брать ее с собой.
Она хочет помочь, но только мешает. Надо будет поговорить с ней. Угу. Здесь ничего не изменилось. Все та же пыль и тиканье часов. Угу. Что же все-таки стоит за приглашением Крамера в гольф-клуб? Почему его так беспокоит то, что детектив заинтересовался его сыном? Да, что так странно, что-то все это дело. Очень все странно. Ага. Привет, мам. Кто это? Скотт. Скотт Шелби. Помнишь меня? Скотт? Скотт, ты? О, конечно, помню. Ну, рад тебя видеть. Сколько лет прошло? До десяток, не меньше. Ну, в моем возрасте это уже не срок. Я чиню часы, но я стараюсь забыть о времени. А как ты? Все еще в полиции? Нет, ушел. Я теперь частный детектив. А это Лорен. Она мой друг. Добрый день. О, здравствуйте, леди. Ну, это же надо отпраздновать. Одну минутку. Погодите. Где-то тут мне попадалась бутылка виски совсем недавно. Так, вот тут что еще есть? Не сделаешь ли мне одолжение, Скотт? Скажи им, чтобы перезвонили ближе к вечеру. Да, разумеется. Перезвонили? А где? А тут что? Нету ни хера. Не надо, я подойду. Алло? Да, Манфред дома, но он сейчас не может подойти. Попробуйте перезвонить вечером. Спасибо. Угу. Ну, за старых друзей. Взгляни вот на этот конверт. Может, ты сможешь определить, на какой машинке был напечатан адрес? Ну, давай посмотрим. Ты не достанешь мне мое увеличительное стекло из этого. Да, конечно. Глаза меня уже подводят. А где она? А, вот там. Характерная для этой модели. Выпущена между 1907 и 1924. Несомненно,
Эта модель, она редкая? Нет, нет, они не редкость. Пожалуй, такая машинка пылится на чердаке едва ли не каждого старого дома. Ведешь учет всех клиентов? О, разумеется. По крайней мере, тех, кто платит. А можно взглянуть на записи? Да, конечно. Все мои учетные книги здесь. Если вы не торопитесь, я поищу список всех клиентов, кто покупал модель Royal 5 или приносил ремонт. Да, мы будем признательны. Рад помочь. Всего пару минут, и я принесу вам весь список. Думаете, убийца был здесь? Пишущая машинка начала прошлого века. Владелец наверняка приносил ее Манфреду. Посмотрим, кто в списке. Звонок, сэр. Полиция прибудет через несколько минут. Скажите мне вашу фамилию, сэр. Сэр? Алло? Ничего себе. О, господи. Он мертв. О, боже. Звоню в полицию. Убийца уже звонил в полицию. Он хочет свалить убийство на нас. Надо уходить отсюда. Как это? Мы же к этому не причастны. Нас даже рядом не было. Я должен поскорее найти Шона Марса. Не хватает только провести сутки в участке, доказывая, что я не верблюд. И что же нам делать? Смотрите за входом. А я постараюсь убрать отпечатки пальцев со всех предметов. Надо торопиться, полиция скоро явится. Что вы делаете? Хотите, чтобы у нас были проблемы? Это учетные книги. Манфред искал свои записи, когда его убили. Бросьте, надо скорее отсюда уходить. Давай, 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 давай. Отпечатки пальца, детектив. Еще что-то. Скотт, вы еще долго там? Полиция вот-вот появится. Почти закончил.
отходим. Вы все стерли? Стер, что смог. Будем надеяться, что они не вычислят нас. Угу. Пойдемте скорее. Офицеру полиции, что я тут ни при чем. Хоть вы и детектив, мистер Шелби, оставьте.